Всем доброе утро. У нас завтрак. Женя такой серьезный сидит, ждет, пока я закончу снимать. Ну, то, что готовили на ужин вчера, и завтракаем. Софийка уже позавтракала. Микки самая первая позавтракала. Только что кофе Микки напилась. Представляете, сделала кофе, отвернулась, пока разогревала еду. Слышу, что-то тут такие звуки ням-ням-ням. Поворачиваюсь, она стоит на стулочке и пьет Софиин кофе. Балованная девочка, балованная. Так что будем завтракать. Рис, котлетки, бутербродики. У нас тунец подрибленный в оливье. Все, нам приятного аппетита. Ой, всем привет поближе еще. Мы вышли на улицу. Надо сходить в магазин. Такая у нас погодка. Подстригли газончики, травку вокруг. И у нас уже ходят автобусы. Только что один, второй проехал. Так что люди уже могут передвигаться. Это хорошо. У нас с утра дождик два раза, да, наверное, срывался и шел. А так ничего, хорошо, тепло. Мама, осторожно, сзади. Толщина колеса, вот такая толщина. А я не знаю, на таких колесах удобно же ездить? Удобно. И я думаю, не очень удобно. Они специальные для зимы, чтобы... Так красиво, все зелененькое. Да? Хорошо. Не обязательно. Кстати, я вам говорила, я себе кое-что новенькое купила. У меня новые очки. Я просто на улице еще ни разу не снимала. Как вам мои? Как тебе очки? Женя даже не заметил. Он сказал, ты эти... А когда ты успела очки? Когда успела, это еще неделю назад или больше. А, специально, чтобы не рвался. Как тут розочки уже выросли. Скоро зацветут. Красиво будет. Будем летом тут гулять. Ой, пойдем в АТБ кофе купим. Женя снова сегодня пил кофе, и ему снова на дне мусор попался. Да, Жень? Ну, больше братьев не было такой. Монархия, не знаю. Это просто партия такая пришла. Ну, до этого мы покупали. Никогда такого не было. Сыпишь и песок. Да куда... Как эта партия, мне кажется, выпустили? Ну, где-то рассыпали, собрали. Веников смели и кинули вообще это. Ну да. Рассыпали, пойдет. Наверное, народ и так пьет. Идем. А что так людей мало? Сегодня во воскресенье. А зачем тебе много? Ну, вообще, как-то обычно. Ну, маску дай. Маску сейчас достану. Ну, в АТБ снимать не буду. Кофе куплю, потом покажу, какой купили. Так, мы уже домой пришли. Волосы выпадают. Ладно, пусть будут. В общем, ходили за кофе, товар в дорозе. Немає кофе. Остались без кофе. Ну как, у нас заварной есть кофе. Так, сейчас София что-то хотела. Что ты хотела? София купила себе маску. А мама, это моя маска. Черную. Да, я один покажу. Захотела черную маску. Там была желтенькая. Можно же было желтенькую купить? Нет, так, я так волосы уберу, чтобы мне не мешали. Нет, мама. Сейчас вам покажу. Купили, знаете что, барбекюшницу. Такую большую. Это у нас дома плохая уже. Ну, дома, в гараже. Она уже ржавая. А мы приходили всегда такие маленькие в АТБ. А это такие большой размер. В общем, купили барбекюшницу. Сейчас пойдем колбаски жарить. Воскресенье. Женя сегодня на работу не пустила. Говорю, останься дома, выходной. Но оно с утра и дождь был, он бы не поехал. Я говорю, ну что будем дома сидеть? Почему, я говорю, в гараж сходим? Я говорю, колбасок пожарим. Он говорит, ну пошли. Так, купили вот что. Вот этот буравчик, поняли? На море песок, зонтик, чтобы вставлять. Поняла, для чего? Андрей тоже такой. Вот такой. 39 гривен стоил. Разные цвета были. Мы взяли синий. Так. Потом Микуське, как всегда, пеленки, да. На, относись сразу на место пеленки. То закончились. Сегодня уже последние застелила. Потом чипсиков купили по акции. Такая большая пачка. 28, по-моему, гривен стоили. Софийка себе купила синий минисы. Мама, покажи, Лена, мы же не видели. Да, с молочком будешь пить.
Дальше купили кукурузные эти хлопья. Пластивцы кукурузные. София захотела вот такую нутеллу, ну, ореховую пасту. Ей нравится ореховая паста. Я обожаю, я даже сейчас буду съесть. Потом она любит вот такие вот папито. Папито. Конфетки. Тоже по акции. Помнишь, мы их брали по 8 гривен? По 8, а тут по 5. А сегодня они по 5 гривен. 3 гривны. Меньше. Потом она купила себе, не знаю, вот такой. Для похудения. Сдроблено с любовью. Так, не знаю, что это такое. Это батончик, гранола, яблоко и корица. Без сахара. На синялену, тефа, горбуза, сонечник, амаранту, чия, киноа, овес, пшено, кукуруза, жито, пшеница, мед, яблоко, корица. Так, збалансований комплекс вітамінів та мінералів, багате джерело клітковини, омега-3 та сквалену. А що таке сквалену? Та сквалену. Не знаю. А, це фітнес такий батончик. Ти будеш його їсти? Так, зараз. Не знаю, що це за... Що це за що це? Ну, якийсь батончик. Ану, покажи, покажи. Це я. Він вкусний. Ну, тебе он не понравится, а мне-то? Ничего, не такое. Ну, это, наверное, да, для кто на диете. А мы сейчас пойдем в гараж диетой заниматься. Так, дальше быстро показываю. А ты сейчас, Женя, приедет, поехал в гараж до воды привезти, короче. И шоколадки акция была в АТБ, хорошая акция. Миллениум. Они так стоят 30 гривен, а сейчас по 19. В общем, 3 шоколадки купили. Все. А мы идем на природу. Встретимся с вами там. Стоит, с меня смеется. Я с вами еще не дошла. Выбираю, чтобы взять с собой в гараж. Да. Мы уже путь держим в гараж. Жень, ты не смотрела? Абрикоски будут? Будут. Да? О, солнышко вышло. А то мы собрались, оно как-то... Ой, много абрикосок. Будут. А, будем ходить сюда абрикоски собирать. И здесь. Ой, много. Угу. Гляньте, сколько абрикосок. Много-много. Идем, пакеты несем. Женя купил 2 колечка колбаски. Колбасок. Привет. Мы тут в гараже, а тут напротив у нас тоже дружочек такой, Юрик. Маленький, пошли гулять, пошли. Ой, гулять пошел, гулять. Ой, ладно. Пообщались с Юриком. Так, у нас тут уже костер горит. Женя в спецовке оделся, да, Жень, чтобы не вымазываться. А мы наряженные пришли в гараж, красивые. У нас начался дождик. Ух ты, как выложил смешно, Жень, восьмерочками. 88. Бесконечность. Начался дождик, маленький-маленький, накрапывать. У меня есть капюшон, и маска тоже. Ну да. Ладно, сейчас быстренько поджарим. Так, решеточка новенькая, чистенькая. Ты тут выкинул решетку? Не еще. Выкинул, да? Хорошая, это большая, там маленькие были, а Женя маленькую не хотел, хотел такую большую. Ну, вот как ты маленькую положил? Ну да, никак, одну бы только. Восьмерочки зарумянились. Еще хлебушка, да, поджарим быстренько? Да не будет лить, он маленький капает. Плохо, дождик пошел. Мелкий-мелкий. Ну, мы надеемся, успеем пожарить. Не ливень льет, нормально. Садись, будем кушать. Мы с Женей поругались. Потому что Женя передержал. Да? Угу. Хлебушек поджарили. Сейчас будем кушать хрустящий. В общем, у нас такое. Зеленушка, чипсики, тут сырочек. Софийка, шоколадка. Да, Софийка захотела с собой сладенькое взять. Ну, конечно же, без сладенького никак. Жень, садись. Мы уже накушались, да? Еще не все съели.
У нас солнце вышло, такая погода. Пока жарили, да, дождь и шел. Ну, ничего. Вкусненько. Дашь мне кусочек? София уже шоколадку открыла, кушает. Интересно, музыка слышна? Ну, тут ее запилась. Или не слышно? Уже идем домой. Да, Жень? Да. Знаете, идем домой, очень холодно. Вообще на улице, не знаю, холодина. Май, конец так мая. 24 мая. Очень холодно, очень холодно. Не жалко. Машина, София, машина едет. Идем по дороге, София на велосипеде едет. Не спеши, сейчас машина проедет. Волга. Волга. 24-я. Хорошая машина, кстати. Большая. Да, сегодня, да, так дождик. Кто идет, то не идет. Уже все. Закат, время у нас уже, не знаю сколько, 8:30, наверное, да? Ну, минут 8:55. Идем домой. Ну, холодно. Ой, как холодно. София, объезжай, давай так вокруг остановки. Лень, остановка развалилась, вся, Жень. Видишь? Вся обсыпалась. Видишь, там ничего нет. Нет, да? Все развалится потихонечку. Вроде бы так делали хорошо, а ну все. Делал хорошо. Там губы намалевали по-быстрому на столетие. Нормально. Идем. Бабла отмыли. София, сейчас аккуратно. О, ленькая машина. Это военная, да? Военный госпиталь. Санитарная. София, стоять. Давай. Сейчас дорогу будем переходить. Машин нету, переезжаем. Давай. Сейчас Микуська будет рада, да? Описывается, как всегда. Скакать, прыгать, целовать, обнимать. Женя, наша бывшая квартира, 5-й этаж, да? Вот там мы раньше жили. Сколько, Жень, лет мы там прожили? Так висит наша люстра. Смотри, я смотрю, в кухне даже наша люстра так и осталась. Ну да, сколько, Жень, мы там прожили лет? 14. 14 лет прожили. А у нас Ощадбанк не работает. Уже, да, неделю? Да, буду же работать, слышишь? Неделю или больше, даже две недели уже, да, не работает. Закрыли. Сами для себя карантин объявили. Софийка, видишь, деток нету, идем домой. Ну да, уже вы. Пойдемте. Домой. В тепленькое место. Какой у нас подъезд красивый. Ужасный, Женя, вред. Соскучилась. Даже в подъезд вышла. София, иди раздевайся. Женя, обращай внимание. Иди, да, я заеду. Она никогда не выбегала в подъезд. Да, конечно. Тут раз тоже выбегала. Что не выбегала? Зайди в хату, в хорошую надо носиться. Сейчас лапу будем. Тем более, если собираешь, что он по дивану будешь лапить. Ну что, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем хорошего, наверное, уже хорошей новой недели, потому что видео выйдет, наверное, поздновато. Время уже 8:30, пока смонтирую, выставлю. В общем, завтра увидите. Микуська уже шариком там, мячиком бегает играть, видите. К Жене побежала. Соскучилась за нами. Все, всех люблю, всех целую, всем пока-пока.